чесночная паста противовирусная. Естественный природный антибиотик. Убивает все микробы наповал. Делаем ее очень просто. Замочили пару вот таких головок чеснока на ночь в воде, чтобы легко очистить. Начистили, положили в емкость блендера, поместили. Добавили пол стакана масла, можно горчичного, можно, ну, любого, оливкового, там, льняного. Подсолили слегка, можно зеленушки туда чуть-чуть добавить, куркумы или перца, можно не добавлять ничего. Тщательно взбили на мощном блендере до пасты, вот до такой. И намазываем на хлебцы везде. Вкуснятина, полезнятина. Защита. Щит прямо. Вот так вот сейчас приходится чесночка нажраться, прежде чем выйти из дома. Но он зато надежно. Там такая густая паста получается. Можно сделать ее менее термоядерную, например, с сыром или с чем-то там смешать, с тофу, с сыром. Разные варианты. Такой вот вариант. Один из. Можно сделать желтую такую с куркумой. Или красную с перцем, с аджикой. Вообще годится.